Праздники двора вновь становятся в Ирбите хорошей традицией. А как еще всем вместе отметить, например, юбилей дома, в котором прожит не один десяток лет? Что такое дом? Стены? Протекающая крыша? Нет, это прежде всего люди, которые жили, живут и еще долго будут жить в этом доме. Это мы с вами. А у нас сегодня что? Праздник, юбилей! 30 лет назад пятиэтажка на Мальгина 44 стала одной из последних, построенных мотозаводом для своих сотрудников. И дому, можно сказать, повезло. Практически сразу здесь сформировалось настоящее товарищество всех жильцов. Здесь знают, кто первый ребенок, родившийся в этом доме, и у кого какие есть достижения. А еще, как показало время, способны решать самые сложные задачи. Одна из последних – благоустройство двора, на которое дом смог получить около 2 миллионов рублей благодаря участию в пилотном проекте федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Конечно, мы пытались несколько лет попасть в эту программу. Мы попали туда не сразу, не с первого раза. Но все-таки удалось попасть в эту программу. Для наших детей сделали чудесную площадку. И детей у нас сейчас очень-очень много. С поздравлениями на организованный во дворе юбилей дома пришли многие. От руководителя управляющей компании «Южилкомплекс» Андрея Дружинина до депутатов и представителей администрации города. Главное пожелание – оставаться и впредь такими же дружными, чтобы и дальше сообща решать все вопросы. Молодцы. Редко где встретишь такие праздники, где соседи живут так дружно и так близко общаются. Отметим, что подобный праздник в Ирбите далеко не первый. Все чаще ирбичане собираются по самым разным поводам. В первую очередь для того, чтобы стать ближе. Ведь вместе любые вопросы решать гораздо проще. Юлия Берснева, Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.